Всем привет! Канал Бессарабия Аграрная жизнь. Сегодня у нас понедельник, рабочий день в полном разгаре. Один из подписчиков просил показать ему состояние ярового лука. Думаю, наверное, сегодня поеду покажу. Мы начали работать активно, вносить гербициды на зимую пшеницу. Температура сейчас плюс 17. Среднесуточная температура уже позволяет вносить фунгициды. Пока что работаем гербицидами. Работаем в данном случае сульфенил мочевина, китайский укрвитовский препарат. Работают три бригады. Два Богуслава, еще один опрыскиватель навесной, так чтобы день-два и закрыться. Ну, в общем, едем, рабочий день, едем дальше. Так, проезжаем. Одна из бригад стоит. Это подвоз воды у нас. Это трактор обыкновенный. С трехтонной бочкой. Делает маточный раствор. Можно маточный раствор делать в опрыскивателе, но мы для избежания, для ускорения процесса мешаем в бочке, подъезжает опрыскиватель и переливаем в бочку. Тоже трехтонка размешали, 3 тонны залили в опрыскиватель и с 3 тоннами опрыскиватель поехал. А вот как раз и опрыскиватель едет. Это наш Богуслав. Ребята едут на обед. Значит, вот еще один участок, тоже работает опрыскиватель, работаем озимую пшеницу. Здесь у нас работает просто МТЗ и Богуслав, но не 3 тонны, а 2 тонны опрыскиватель. Тоже разводим таким же образом, 3 тонны раствора разводим, 2 выливаем, потом тонну доливаем. Скорость движения 12 километров, норма расхода 200 литров. Вот так вот. Работаем на крупной капле, на инжекторных распылителях. На крупной капле идем.